Новости культуры. Стартовал отборочный тур мегапроекта нашего телеканала эстрадного песенно-танцевального конкурса «Таншолпан» среди юных талантов в возрасте от 13 до 17 лет. Лучшие певцы и танцевальные коллективы получили путевки в полуфинал. Ежегодно группа специалистов выезжает для поиска талантов в районы. Первые прослушивания и просмотры «Таншолпан-2023» прошли в трех северных районах области. В Аральском районе подали заявку на участие 23 певца и 2 танцевальных коллектива. Прошли отбор 4 вокалиста и танцоры из поселка Сексеуль. Принимая участие от имени школы искусств, пою с 11 лет. На отборочном туре исполнила песню «Алия». Надеюсь оправдать надежды моих наставников. Замечательно, очень много талантливых детей пришли на отбор. Очень порадовали дети из аулов своим чистым исполнением, выбором репертуара. Год от года растет уровень. В Казалинском районе на кастинг пришли 25 певцов и 8 танцевальных коллективов. Лучшие получили путевку в полуфинал, в их числе Мерейхан Ниетулла из аула Кожабака. Хочу прославить свою школу. Немного было страшно, но я справился с волнением. Очень рад победе. Учусь в школе номер 70 имени Жанкожа Батыра. Пою вот уже 7 лет. Побеждала на различных конкурсах. К этому конкурсу тоже упорно готовилась. Все получилось. Кастинг в клубе аульного округа Акай собрал юных талантов поселка Туритам и города Байконур. Из 18 певцов прошли в следующий тур только 6. На сцене полуфинала мегапроекта также выступят танцевальные ансамбли «Сыргылы», «Реверанс», «Старс» и «Элеганс». Наша танцевальная группа «Старс» из школы 169 имени Жанкожа Батыра. Мы не ожидали, что пройдем. Очень рады. Будем готовиться, чтобы победить. Пою с 4 лет. В конкурсе «Бозторгай» участвовала, но в больших городах не выступала. Сегодня я прошла, теперь надо готовиться. В будущем хочу петь, стать звездой. Жюри отборочного тура поздравили прошедших кастинг ребят, пожелали им удачи в проекте. А для этого надо усердно заниматься. Время не терпит. Полуфинал уже 7 апреля. Амина Усенова, Кумжан Джолтаев, Сармутигенов, Турехан Кожахметов, телеканал Кызылорда.